Всем привет! Мы через день летим на Шри-Ланку, и я хочу рассказать о двух способах получения визы в Шри-Ланку. Первый способ, он самый простой, это получить визу по прилету. Вы прилетаете в Шри-Ланку и на паспортном контроле заполняете, на пограничном контроле заполняете визу. Мы узнавали у нашего туроператора, всем ли дают визы, и она сказала, что на ее памяти не было ни одного случая, когда в Шри-Ланку по прилету не дали бы визу. Единственный минус при получении этой визы – это то, что вам придется постоять в очереди, потому что большинство людей стремятся к тому, чтобы получить визу по прилету, а не заполняя какие-либо документы дома. И второй способ получения визы – это через интернет. Я внизу оставлю ссылку в описании, вы сможете зайти на государственный шри-ланкийский сайт, посмотреть, какие поля там нужно заполнять. Все там написано на английском языке, поэтому вы можете воспользоваться переводчиком, но, в принципе, я думаю, у всех паспорта примерно одинаковые, и особого труда вам заполнить это не будет стоить, особенно перевести через Google Translate, например, некоторые слова, которые вы не понимаете, и правильно заполнить визу. Несомненным плюсом такой визы является то, что она дешевле на $5, чем виза по прилету. Вот такие два способа получения визы в Шри-Ланку. Выбирайте тот, который подходит именно вам. Если вам не жалко потратить немножечко времени и разобраться в получении визы через интернет, я думаю, что это будет однозначно плюсом. Спасибо за просмотр этого видео. Если оно вам понравилось или оказалось полезным, пожалуйста, поставьте мне лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!